Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Як ви знаєте, вчора відбулася остання сесія сьомого скликання Одеської міської ради. Про її підсумки, десь невтішні підсумки, говоримо, аналізуємо з депутатом Одеської обласної ради Романом Сенником. Пане Романе, вітаю. Доброго дня. Бачив вас на Думській площі, брали участь, підтримували, не кажу акції протесту, але дуже багато було мітингів. Давайте спочатку поговоримо, що було перед сесійною залою, а потім вже про рішення. Кого підтримували, пане Романе? Я два місяці вже займаюся вопросом гаражних кооперативів «Чайка», «Сокол» і «Віраж». Вони знаходяться возле аеропорту. И мэрия как бы говорит, что они находятся на земле аэропорта, которая им очень сильно нужна для развития аэропорта. И под всякими предлогами пытаются этих людей оттуда выжить. То есть у них там уже есть и уголовные дела, уже ищут какое-то имущество аэропорта. Хотя эти земли еще выдавались в советское время разным людям, и сотрудникам аэропорта, и льготчикам, тех, кто там спасал от Чернобыльской АЭС, ликвидации принимали, и там детям войны. В общем, там очень много людей, которые получили от государства в свое время землю и построили себе там гаражи. В результате все заканчивается тем, что городской совет вообще даже не хочет рассмотреть вариант, полюбовно разойтись. Там 1500 гаражей. То бишь, если учесть, что это все семьи и там уже и внуки, то это порядка 5000 человек просто пострадает. Поэтому мы уже второй раз митингуем. Я именно принимал участие в акции протеста, потому что я с этими людьми уже достаточно долго борюсь. Первая акция Геннадий Леонидович принял, но меня сказал, что если я буду, меня не пустят, то есть встречи не будет, только без Сенника. Я говорю, хорошо, нам надо вопрос решить. В общем, пообещал им, что все решат, в результате отключили им свет. Вот такое обещание от городского головы. Сейчас до сих пор света на территории нет, люди каждый божий день, каждую ночь дежурят, чтобы туда не зашли так называемые патриоты, которые у нас любят что-то рейдернуть в городе. И на эту сессию приходили с главным вопросом, чтобы депутаты отвели им землю для того, чтобы они официально могли там узаконить свои права и осуществлять свою деятельность. Но в то же время граждане кооперативы говорят, мы готовы пойти на условия, скажем так, следующего характера. Постройте нам рядом гаражи, проведите коммуникацию, сделайте подъездные, скажем так, дороги, и мы спокойненько, если так сильно эта земля нужна аэропорту, мы уедем буквально там через 2-3 квартала, где скажете. Но на сегодняшний день мэрия не рассматривает вообще никакого варианта, какого-либо варианта, кроме как просто признать, что они находятся там незаконно, людей выселить и так далее. Поэтому наша акция протеста была, скажем так, именно за то, чтобы людям дали возможность соблюдать свои права. Там, чтобы вы понимали, сейчас более 400 исков в суд от каждого, членов гаражного кооператива на то, чтобы признать их собственность, скажем так, законы. Это беспрецедентный случай будет для судов, потому что по одному вопросу столько дел, столько заявителей, что будут рассматривать это очень долго. Геннадий Леонидович как-то, к сожалению, не слышит людей. И, что странно, депутаты, которые находятся на этой территории, вообще не защищают своих избирателей. Я думаю, выборы. Никогда, как не сейчас, помогать людям порешать их проблемы. Они вас за это потом поддержат, проголосуют. Никого. Вот мы выходили, я заходил в сессионный зал, говорю, ребята, пойдите, там больше 300 человек, все такого уважительного возраста, пообщайтесь хотя бы с людьми, послушайте их. Никто, ничего. Это не последняя акция. Скажу вам так, я понимаю, что сейчас происходит. Геннадий Леонидович хочет, чтобы эти люди за него проголосовали, поэтому наверняка будет им там что-то там с ними какую-то дискуссию вести, хотя до сих пор этой дискуссии не было. Но даже если нет, все равно мы отстоим эти гаражные кооперативы, потому что проблема не только у них, проблема у всех гаражных кооперативов, которые сейчас сохранились. Почему? Потому что они уже в нынешних границах города находятся достаточно приличных районах города, близко к центрам этих районов, и там очень лакомые куски для того, чтобы строить высотки. Поэтому эти гаражи никому не нужны. Их начинают под всякими предлогами пытаться сносить. Но люди знают, к кому обращаться, поэтому мы их защитим. В самій сесійній залі теж було цікаво. Я потім аналізував, читав різні
засобы массовой інформації і блогерів, відомих одеських журналістів, всі пишуть про фінальний великий розпродаж комунальної власності, земельних ділянок. Що відбувалося насправді, коли ми побачимо результат цих рішень? Вы знаете, ну все же подается в красивой обгортке. Вот почему к людям не выходили? Да потому что на самом деле была большая распродажа, аукцион, кто купил, тот и сидит в зале и получает свои дивиденды. Поэтому действительно, я думаю, что, Виталий, это не последняя сессия. То есть она по регламенту последняя, но есть еще такие сессии, которые называются внеочередные. Почему? Потому что ряд вопросов вот из 26 объектов, которые продавались, там прошло только 24, два как-то что-то не проскочили. И то благодаря нашей, скажем так, фракции оппозиционной платформы «За жизнь» в городском совете, мы их заставили, чтобы не пакетно голосовать, так как они любят, а по каждому отдельному объекту, потому что по каждому есть вопросы, голосовать отдельно. Вот из 26 они отдали на продажу 24. А что такое красивая обвертка? То есть они рассказывают, из-за пандемии у нас дыра в бюджете, давайте срочно продавать имущество, и мы закроем там какую-то часть этих расходов, там порядка 60 миллионов гривен, закроем эту дырку. Но мы же прекрасно знаем, что распродажа там коммунальной собственности началась именно с приходом Труханова в его кресло, потому что они, во-первых, сдали коммунальную собственность в аренду своим людям, своим депутатам, своим там друзьям, коллегам, а потом, поскольку по закону человек, который в аренде имеет коммунальную собственность и сделал там какие-то неотъемлемые улучшения, он имеет право ее без аукциона, без торгов просто выкупить. Вот эта схема, и она работает. Почему эта схема так интересна власть имущим? Потому что купить недвижимость можно очень дешево, потому что оценку можно занизить, потому что никто тебя не проверит, понимаете? Это ты не пришел на рынок, вот стоит там помещение, вот рыночная цена. Нет, это уже никому не интересно. Есть намного ниже цены, они находятся в горсовете. Ну, просто там надо где-то, чтобы оно поехало, хорошо помазать. Поэтому на сегодняшний день практически все, что было в городе, грубо говоря, ликвидное, все продалось и все раздалось депутатам, которые сейчас в этом зале сидят. Можно посмотреть пофамильно, кто за это голосовал и сколько людей поднимали руку и говорили, что у них конфликт интересов. У них, грубо говоря, весь горсовет — это конфликт интересов. Им туда нельзя, потому что они живут с него. Все бюджетные деньги осваивают через свои компании, все имущество выкупают, потому что оно есть. Ну и еще один плюс, скажем так, мы же прекрасно знаем, что в городе вся ликвидная недвижимость, она уже, как правило, раскуплена, 10 раз перепродана, а городской совет владеет еще такой недвижимостью, которая тоже находится в центре города, которая интересна с точки зрения ведения какого-то бизнеса, понимаете? Поэтому, опять же, все ломятся туда для того, чтобы эту собственность прихватизировать. А что касается наполнения бюджетов, ну это чистая сказка, потому что это только так озвучиваются планы, что мы там 60 миллионов привлечем в город. Но когда пройдет оценка, когда еще что-то попересчитывают, в результате эти деньги просто вот так вот размажутся, их как будто и не было. У нас бюджет города больше 11 миллиардов, следующий бюджет будет там еще близиться уже к 13-14 миллиардов. Так, резонный вопрос, зачем вы это все продаете? Отремонтируйте, сдайте в аренду и будете ежемесячно, каждый год получать прибыль. Нет, давайте все продадим. У нас же тотальная приватизация, тотальная распродажа, что в стране, что... Вы же слышали, что хотят, например, Одесский порт продать, вместе вот эту гостиницу продать. Так у меня становится простой вопрос. Где государственная такая позиция президента и уряду, который может сказать, хорошо, давайте сначала предложим Одесской громаде. Может, Одесса захочет сама выкупить это здание и, например, переселит туда всю свою мэрию, или сделать с него хорошую гостиницу и запустить каких-то пару трамвайчиков морских, ну, или еще. Почему? А почему нет? Ну предложите хотя бы. Так помните, во Львове Садовой тоже просил, а дайте аэропорт городу, мы его все сделаем, мы будем за ним ухаживать, будем его администрировать, все. Не отдали. Только вот в частные руки пусть люди занимаются. Почему? Потому что они лоббируют. Они вот, нам нужен аэропорт, так, сколько денег? Вот столько, все, ваш аэропорт. Нам нужен Одесский порт, вот сколько денег. То есть Одесской громаде в рамках той же децентрализации ничего не предлагают. Почему вы бедные? Ну, потому что вот такая реформа. Потому что кто-то богатый. Але багато також читав і подейкують, що цей фінальний розпродаж пов'язаний так чи інакше з місцевими виборами. Комусь потрібні гроші, і саме ці гроші, які будуть отримані з
продажу комунальной власти, а ось и вони. Ну, однозначно. Конечно же, у, скажем так, действующей партии «Доверяй делам», у Труханова сейчас огромные расходы на предвыборную кампанию, потому что все, весь город завешен бордами, разносят дорогущую там агитацию, программы, отчеты. Ну, в общем, это все стоит сумасшедших денег. И для того, чтобы это как-то купить, нужно что-то продавать. Нужно, скажем так, вот на проценте, на том, что не является официальной доходной частью, вот на этом и зарабатывать. Ну, еще плюс, мы же с вами, ну, взрослые люди, смотрим рейтинги и понимаем, что у Геннадия Труханова и у «Доверяй делам» больше не будет такой поддержки в горсовете, как была в 2015 году по сей день. То бишь уже меняется расклад сил в городском совете, и они понимают, что то, что они сейчас не возьмут, они больше уже его никогда не возьмут, потому что появляется сильный игрок «Слуги», заходят в достаточно сильном, в сильных позициях «Мы», а они остаются грубо за бортом. И я даже не вижу возможной коалиции, скажем так, у кого-либо с Трухановым по разным причинам. Мы с ним не объединимся, потому что у нас хоть и электорат вроде один, но у нас совершенно разные принципы. Мы не работаем с президентами, которые разваливают страну, типа Порошенко. Мы не прогибаемся под президентов Зеленских, которые там пытаются припугнуть уголовными делами. У нас есть четкие принципы, которые 5 лет, невзирая ни на то, что наших людей там избивали, машины жгли, дома жгли, мы четко идем своим путем. «Слуги народа», у них другая ситуация. У них неплохой рейтинг, но у них абсолютно слабая команда, которая собрана тоже с БПП, с разных вот этих вот, извините, кого повыбрасывали с других партий, вот туда всех позасовывали в «Слуги», и вроде говорят, что это снова молодая профессийная команда. А если взять каждого по фамилии, то там уже по 5 партий поменено, в коррупционных скандалах замешаны, и в результате вот вам Зеленский и его «Слуга народа». Поэтому и они понимают, что осталось-то до выборов совсем много, а расклады могут разложиться как хочешь, поэтому все, что есть, вся возможность. Кредит зачем взяли? Для того, чтобы побыстрее его освоить, чтобы сделать людям в домах лифты, чтобы сделать межквартальные проезды. А кто будет делать? Своей компании. Да, это все проблемы, которые нужно решать, но мы же взрослые люди. Почему это не делалось 5 лет? Почему не делалось в первый год каденции, второй, а все вот буквально по 25 октября? Да только потому, чтобы вы увидели это и сказали: ох, какой он молодец, доверяем, да? И в результате будут вас еще 5 лет грабить. А як же партійне будівництво, пане Романе? Ось ви, якщо ми вже пригадали зелену партію, партію влади, і дійсно там є такі аксакали політичні, як же традиції, ну, я розумію, що в Україні таких традицій взагалі немає, коли щось там будується, люди навчаються там щось керувати, приймати рішення, а ось так збірну таку, наповняти таку солянку політично. Ви розумієте, я от смотрел, ще коли президентські вибори були, парламентські, у них була така ідея, типу соціальний ліфт. И вы знаете, мне очень нравилась эта идея. Ну, реально крутая идея. То есть ты, не будучи никогда в политике, считаешь себя там специалистом какой-то отрасли, можешь подать заявочку и возьмите меня в команду, я вам буду помогать по направлению. У меня есть друзья, знакомые, которые пробовали. Ни одному из них даже никто не перезвонил. Это была чистая фикция для людей, для того, чтобы вот сказать, что мы классные, чтобы я, вот даже я поверил, что это хорошая идея. Я надеялся, что кто-то туда действительно толковый придет. Нет, это все было пшиком, рекламой. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, скушайте это, поверьте нам, а мы вас потом используем. Так вот, у нас на сегодняшний день действительно партийного строительства нет ни в одной партии, на самом-то деле. Я даже, будучи в ОПЗЖ, говорю о том, что и у нас есть иногда моменты, когда к нам приходят люди, которые, ну, скажем так, их называют в народе парашютистами, да? Вот они появились. Почему так происходит? Потому что одни партии ищут ломов, так называемых, лидеров общественного мнения, которые усилят позиции партии. Другие партии просто продают свои места, которые зарабатывают деньги и так вот монетизируют вообще свое присутствие в политическом пространстве. К сожалению, на сегодняшний день, вот не знаю почему, потому что если так посмотреть на все партии, которые существуют, там же как бы акционеры от их обществ, они одни и те же люди. И уже прошли очень много времени, и уже к ним бы должно было бы давно дойти, что вот это партийное строительство, оно, то есть партия не на 5 лет, знаете, как у нас там вот это ведро жжение было, сейчас за Майбутни, это же все пятилетки, это как у нас и компании однодневки. Вот то же самое эти
партии. А надо чуть-чуть рассматривать партийную работу хотя бы на 20-30 лет. И вот выстраивать себе команду на это время, она подрастает. Стал депутатом местного совета, взяли в какой-то район, и потом городской, потом областной, потом Верховной Рады. У нас таких людей достаточно много. Но партийное руководство многих партий исходит наверняка больше из позиций вот ситуационных, потому что страна, каждый день какие-то новые веяния, приходится закладывать новые союзы. В общем, на самом деле это проблема не какой-то конкретной партии, это вообще вот политические элиты проблема. Вот у нас мы не дошли до того, что партии должны быть идеологическими, что люди должны ну, не просто расценивать партию как какую-то возможность что-то, какое-то место занять или деньги заработать, а именно в глобальном плане гордиться тем, что ты являешься членом большой огромной команды, которая реально что-то в стране может изменить, которая добивается чего-то, идет и получает. Поэтому то, что слуги народа, я вам честно скажу, меня крайне разочаровало. Боже, смотрю, кого они туда понабирали, и мне просто стыдно. И думаю, как, вы же говорили, ни одного бывшего депутата, ни одного бывшего человека из партии, никаких там зашкваренных лиц, а у нас получается кого они там выбрали, что президент сказал, вот он самый незашкваренный. Куцый! Ох, и мы видим результаты. Кто такой Куцый? Уровень доверия одесситов в Одесской области 2%. Вот вам самый незашкваренный. А если вы чуть-чуть пошли дальше и подумали, он самый профессиональный, вот так бы подошли, это ок. А самый незашкваренный, это типа вот шелк, ты кто? Максим Куцый. Будешь губернатором? Буду. Пошли. За цією логікою, так, це цікава думка, за цією логікою відома людина перед тим, як стати президентом України, мала б кілька років очолювати муніципалітет місту Кривий Ріг. Чому би ні? Тоді це був справжній соціальний політичний. Ви знаєте, політика – це взагалі повинна бути професія. Ти повинен піти поучитися в університет. Потом должен выйти с университета, тебя должны взять на практику, например, какую-то райадминистрацию или в какой-то сельсовет. Ты должен там годик поработать. После этого тебе дают какую-то должность. После этого можешь идти в депутаты. То есть, чтобы занять кресло мэра, я уже не говорю о президенте, мэра, чтобы занять, нужно пройти хотя бы 10 лет, чтобы ты понимал, что такое сфера медицины в селе, что такое сфера образования в городе, что такое ЖКХ, чтобы ты понимал вообще все сферы, потому что ты же дальше после мэра захочешь быть губернатором, а потом министром, а потом, может быть, премьер-министром, президентом. Так это же надо пройти путь. И я вам скажу, что даже среди нас нашего всеукраинского политикума такие люди есть. Но они, как правило, умный человек, он старается помалкивать, потому что он слушает это все, и он не хочет на это тратить время. Таких людей не замечают. Замечают только тех, которые такие, как Ляшко. То выйдет, то что-то там крикнет, когось обізве, и все СМИ, все соцсети говорят, Олег Валерьевич назвал Юлию Владимировну московскую Зозулию. И все. А посмотреть, что возле него стоит профессиональный человек, который просто с бумагами умеет разговаривать, с цифрами на «ты», так вот его не видно. И вот получается, что такие проходимцы у власти, а профессионалы у них, извините, в подчинении на зарплате. А это не так должно быть. Вся проблема в том числе в нас с вами. То есть мы не научились выбирать нормальных политиков, нормальных чиновников. Мы ведемся на всякую ерунду, которую показывают где только возможно. Жорстка, але справедлива позиція, погоджуюсь багато в чому, пане Романе. Говорили сьогодні і про депутатів, які сходять з міської ради, і, можливо, давали характеристику тим, хто заходить. Дякую. Спасибо вам. Успіхів вам. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.